Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Попугай Хорхе Гонсалес Камерано. 1930-е годы. Мазонит, масло. 90 на 122. Перед зрителем образец декоративной живописи, выполненный в 1930-х годах Хорхе Гонсалеса Камерано. Широкая цветовая гамма, основанная на использовании светлых тонов, передает радостное, жизнеутверждающее восприятие мира. Декоративность работы усиливает некоторые приемы кубизма и футуризма. Изображение керамических сосудов, растений и фруктов, окружающих мексиканскую красавицу, упрощены и стилизованы в духе геометрических форм. Художник ставил задачи подчеркнуть национальный колорит композиции. На левой руке у жительницы Тиунтепека, представленная в традиционном наряде и украшениях, сидит большой попугай. В правой руке девушка держит полную фруктов чашу, которая играет роль символа изобилия и помогает созданию образа земного райского сада, плодородного мексиканского края, воплотившегося в своих детях. Ну вот такое описание к работе «Попугай» Хорхе Гонсалеса Камерано я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу. Красивая работа.